Несмотря на текст песни, эти артистки всеми силами из номера в номер доказывают, что эти роли только для них. И пускай не могут петь собственными голосами, их руки, позы и губы тон в тон передают настроение каждой композиции. Такой талант, впрочем, они приобрели не вдруг, а в ходе постоянных изнурительных репетиций. Наталья, например, с детства училась актерскому мастерству, и сейчас ей это умение пришлось кстати. Занимаюсь этим творчеством я уже давно. Жестовой песней, танцами. Выступать мне нетрудно, мне всегда легко, потому что это моя любовь. Это сцена. Я очень сцену люблю, и без сцены жить я не могу. Навыки поведения на сцене прививает девушкам профессионал-хореограф. Даже в ходе выступления она показывает ритм и движение танцующим. Тем самым создает удивительный эффект зеркала. Языка жестов я не знаю. Но общаемся мы с помощью зеркала, и они умеют, некоторые из них умеют читать по губам. То есть у меня в основном все рассчитано на тактовые такие моменты, поэтому так с ними общаемся языком музыки. Как участницы воспринимают язык музыки, насколько они эмоционально и пластично оценивают члены жюри? Ведь это еще не концерт, а конкурсный отбор. И выбрать надо лучших из лучших. Но хвалят всех и говорят, что от здоровых исполнителей глухие, если в чем и отличаются, то только в одном. Они могут чувствовать вибрации пола, то есть они мир воспринимают совершенно по-другому. И то, что они делают на сцене, это поистине чудо. Настоящее чудо из танцевальных и вокальных номеров глухонемые таланты всех возрастов из 16 коллективов города продемонстрируют 28 ноября в ОКЦ абсолютно бесплатно. А организаторы обещают, что ежегодный 20-й юбилейный фестиваль под названием «Когда мы вместе, мы сильнее» станет особенным, хотя не все из 174 участников выйдут на сцену. Часть из них участвует не в концерте, да, а как мастера декоративно-прикладного творчества. То есть люди делают что-то своими руками, какие-то поделки, там, изделия из глины. То есть у нас перед мероприятием будет проходить выставка таких работ. Олеся Сиваченко, Виктор Швецов, программа «Город».